Здравствуйте, это программа «Говорит народ» и я ее ведущий Ролан Оржик. В сети интернет давно ходит бородатая и затертая информация о том, что жить в Туве очень опасно. Давайте спросим у людей, что сами жители думают о нашей республике, насколько здесь безопасно. Когда было хуже, но сейчас, конечно, лучше. А сейчас вечерами... прогуливаясь, пока светло, да, мы гуляем. Но днем гулять, конечно, приятнее, солнце светит, вот, поэтому... А так гуляем по набережной, тоже проходим. Все хорошо. Сейчас коленные двери. Безопасно, да? Вот весна, дверь. У нас тихо, спокойно, все хорошо, безопасно. Как вы считаете, то, что в соцсетях пишут, что в Туву приезжать нельзя, не стоит, там опасно, там зарежут после 9, все это правда? Бред. Потому что в Туву у нас Тува хорошая республика. Так что добро пожаловать всем гостям. Нормальный, хороший город, в принципе. А то, что говорят, то, что тут зарезать могут, ну просто жути нагоняют, мне кажется, и все. Нормальный город. Как вы считаете, здесь национализм есть, нет, имеется в виду? Нет. Так же как бы и хорошо и с тувинцами, и с русскими обращаются все. Так. Ну, по безопасности сейчас лучше стало по сравнению с 90-ми или как? Лучше. Безопаснее, да? Угу. Да. Ну, хорошо, спасибо. Он едет к камере, я друга. Позже без чадан, без труда. Он чуток перга едет. Ампое? Пое пиранга, а мы не трасси. Заплатим трай, а инда, айбас. Айбас. Ну, конечно, безопасно. Нормально все. Сейчас лучше, да, там? По вечерам можно прогуляться? Ну, по вечерам мало гуляю так-то. Ну, в любом случае, мне кажется. Ну, по сравнению с 90-ми сейчас-то более-менее нормально стало, чем раньше-то. Конечно. Сейчас более-менее безопасно, да? Более-менее, вообще отлично. Ну, так-то, мне кажется, из мэрии и полиция наша работает на безопасность народа города Козыля. Я чувствую себя в безопасности в городе Козыля. Чувствуете ли себя в городе в безопасности себя? Конечно. Хорошо. Чувствуете безопасность? Да, безопасности чувствую. Нормально. А как, ну, по сравнению с 90-ми годами, например? Тогда было тяжело, да. А сейчас вроде бы спокойно, нормально. Можно вечером с ребенком по улице прогуляться. Чувствуете ли себя сейчас в безопасности, да, в городе? Да, чувствуем в безопасности. Все хорошо. Ну, наверное, парки. Мне нравится, когда, например, парки хорошие, есть куда ходить. Например, велодорога очень классная. Если ее дальше сделают, ну, будет тоже хорошо. Ну, в принципе, вот так вот все. А вы откуда, получается? Я с Венкии. Венкия, север. Север Красноярска. Север, да? Но она местная. Вы приехали сюда и... Работаю, учусь понемногу. Вот. И видите, что здесь все... Да, все нормально. Город развивается потихоньку. Ну, как потихоньку, да идет будущее. Таких нет было, какие-то истории там, как говорят. Вот и все. Все, большое спасибо. Я себя чувствую очень хорошо, безопасно. Вы вчера выходите? Чувствуете ли себя в безопасности в городе? Конечно, чувствую. Просто чувствуете ли себя в безопасности в городе? Нормально все. Чувствую. Чувствуете что? Да, чувствую, все нормально. Да, ну как сказать, далеко никуда не хожу. В принципе, нормально. Никаких таких происшествий не вижу. Так что все нормально. Но по сравнению с 90-ми годами, ну, там было сложнее. Сейчас, мне кажется, спокойнее. Мы здесь же живем всю свою сознательную жизнь. У меня муж родился и вырос здесь. И живем по одному адресу с места рождения, в смысле, с момента его рождения. Его родители еще здесь родившись. Так что все нормально. Да, чувствую себя в безопасности в городе. Вот такое мнение вы услышали от народа о безопасности в нашей республике. И хотели бы поблагодарить всех зрителей, кто были с нами. Будьте здоровы. С вами была программа «Говорит народ». С вами был Ролан Оржик. Всем доброго. До свидания.